Я продолжаю чтение первой книги царств. Теперь читаю седьмую главу. «И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян, и сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефы, и пределы их освободил Израиль от рук филистимлян, и был мир между Израилем и Аммореями. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу.